Вот у нас пациент, который прошел у нас практически все процедуры. То есть было гуаша, ударно-динамический массаж, ранс в этой зоне и хиджаму сегодня ему делали. Если вот посмотреть спереди, то здесь уже видно, что синяки расходятся. Очень сильный был застой плечи, все было черное. Руки, это показатель того, что мышцы у него все забиты. Зона, дорога жизни, как говорит Георгий Николаевич. Все вот здесь закольцевали, и вот здесь область сердца. Но все быстро у него очень проходит, потому что он еще у нас получал водные процедуры. Мы делаем ванны с бишофитом, вот это он проходил. И вот такой вот показательный у нас. Слава, да? Для чего была проведена, ну, например, вот для данного пациента процедура гуаша? У него было сильное напряжение в мышцах, связки были перенапряжены. Сейчас после, ну вот еще как бы процесс лечения, восстановления, исцеления, расслабления происходит еще. Но тем не менее уже видно, что сейчас у него мышцы, связки все расслаблены, нет напряжения. И постепенно организм, выводя вот эти вот следы от гуаша, приведет в порядок капиллярное кровоснабжение, расслабятся мышцы, все ткани, суставы, получат больше питательных веществ и будут выведены все шлаки.